Скитаясь по кривоухолым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Вперед, плотва! Но! Спасите! Жопа сгниет, если лить не перестанет. Мамочки, колдовство! Сука. Быстрее. Вперед, плотва!
взыва... Усл... Ука... Никакие грехи наказали меня в воду. Спасите! Похоже, там не лаванду держали. Может, такого. Стоит туда заглянуть? С молокуром не хватило бы денег на коня. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Ох, ну и побывали трупы. Да, смотри, труп лошадь. Все равно стоит взглянуть.
Кто у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше. Рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Мне нужны сведения, я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Я хочу помочь этой женщине. Ей может грозить беда. Он никого не видел, сударь. Это ж ребенок. Привиделось ему. Вот я и хочу узнать, что ему привиделось. Ну, малец, кого ты видел? Кто здесь был? Дядя привел ночью эту барышню, которая из лекарей. Очень она боялась. Говорила про страшное чудище. И что надо вернуться. Не знаю куда. Дядя с мамой ее успокоили и дали ей новую одежду, потому что ее сильно истрепалось. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило, но, наконец, они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом, а крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел... На ладонях у нее пылали знаки.
Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. На кривоуховых топях я встретил женщину с пылающими знаками, вроде тех, о которых ты говоришь. Стало быть, это она и есть. Госпожа Анна. Боги. Она на кривоуховых топях. Там я ее видел в последний раз. Ради всех богов на нашем свете. Теперь я понял, что за голос шептал в темноте. И что ты понял? Ведьмы ее забрали. Должно быть, она с ними сговорилась, значится. Договор заключила. Потому они ее отметили и забрали как свою. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще. Словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи. Выскочило чудище, огромное, что твой сарай, рогатое, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны, башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. 3 луны тому назад сын мой лежал в горячке. И мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала. Принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать. Но жена мне сказала. Настал час войны и презрения. Час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить. Потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. Отдохни.
Ты ведьмак? Бумаги, пожалуйста, и бутылочку души. А бумаги-то как раз нет. Армия реквизировала на военные цели. Бумаги? На военные цели? Да понимаете, все эти указы, приказы. Слава королю Радовиду! Я ищу Тамару, дочь кровавого оборона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, милздарь, я ее сейчас приведу. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так, как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Ты права. Твой отец дрянной человек. Я рада, что в этом мы согласны. Только зачем ты ему тогда помогаешь? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Этакий шантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно, пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как... Моя история примерно так, помню. Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни, помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Войцех говорил, что твою мать унес в лес монстр. Так и было. Он был огромный. В два раза больше медведя, но гораздо ловчее и сильнее. Он утащил маму быстрее, чем мы успели опомниться. Теперь я не знаю, жива ли она. Анна сейчас на кривоуховых топях. Правду сказать, она выглядит вполне счастливой. Это, наверное, она не совсем в себе. Что? Она жива? Я поеду туда и отобью ее. Я бы не советовал заходить на болото. Я уже решила, и ты меня не отговоришь. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут.
А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через Церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Я бы не был в этом так уверен. В Новиграде я познакомился с командиром тамошней храмовой стражи. Его зовут Менге. Исключительный мерзавец. То, что тебе попался один плохой человек, не значит, что все такие. Большинство из них добрые, благожелательные люди. Я и не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовище. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и Церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься? Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный Огонь — лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае, остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего доброго. Крутой выискался. Вроде как Новиград, а ночью так и выйти страшно. А видели, какие у что? Меня мускулы? Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Ты что такой снулый? Шевелись! Да ну тебя, я вздохну. Ты убьешь всех чудовищ? Всех! Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов.
надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Подожди-ка. Мы за жизнь свою в ответе, краткий миг на этом свете. Что за нею наступает, каждый сам из нас решает. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Краткий миг на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им в тягость, скажут сами.
нам явите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем яды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинул, тех мы лёгким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину! Ясно слышно, мне не снится. Дух ночи спешит явиться. Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Скинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его! А людей разогнать! Не трогайтесь с места! Разрывайте! Глушь повсюду! Смотрите! Что-то будет! Что случится? Плохо обернулось! Плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить яды! Готовьтесь! Призываем, заклинаем! Души мы на суд скликаем! Глушь повсюду, тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Что-то стонет и скребется! Чей-то дух к костру несется! Глушь повсюду, тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Призраки! Святая земля кровью замарана! Не можно ритуал закончить! Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово.
Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямраз лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. В болоте останки Ямраза неплохо сохранились.
Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Держитесь подальше от тумана, если вам жизнь дорога. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то ворожей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, ворожей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу. Thank you.
Будь здоров. Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера а ты любишь сверчков? Ты их трясешь или глаза? Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Поди с глаз долой. Тебя через пятак. Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет. Просто сидит там. Мужики разозлились и хотели их прогнать. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. В Зарикане их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости. Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Да, мы говорили пару минут.
Она позволила передать тебе, что с ней все в порядке? Когда она вернется домой? Что она к тебе не вернется. Как это не вернется? Но я тут все для нее приготовил. Комната ждет. Я послал за новыми туфлями в Тусент, а она не вернется. Чем скорее ты с этим смиришься, тем лучше. Посмотри правде в глаза. Ты был не самым лучшим отцом. Правда, не самым. Я изменился. Если б только она вернулась. Если бы они обе вернулись. А может, еще не все потеряно? Говоришь, она в Оксенфурте? Вдруг она еще там и согласится меня выслушать? Я бы на это не рассчитывал. Я попытаюсь. Я должен. Без нее и без Анеты в моей жизни нет смысла. Мне терять нечего. А об Анне ничего случайно не узнал? О ней мы еще поговорим, не беспокойся. Но сейчас мне нужны сведения о Цири, как мы и договаривались. Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебя причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Тё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутации. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрен. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха, а давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался. Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Давай! Быстрее!
Скажи ей! Твой меч почти мой! Не дождешься! А был. Черт, на волосок. Скитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки. Давай, Цири, удиви нас! А не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы. И хер знает, что еще. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да местный владетель от черных сбежал и Вронице просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Темерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгаардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край.
Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. Прощай.